Всем привет! Вы снова на канале Old Dutchman, с вами я, Владимир Казарчук, и сегодня мы в этом видеовыпуске будем удобрять наши пестрые и обычные кактусы и вот такое вот красивое жирное дерево отработанным молотым кофе. Прежде чем начать, нам необходимо взять вот такую вот бамбуковую палочку, ну или пластиковую палочку. Маленькое такое вот копье. Не вздумайте брать шампур. Шампур для шашлыков. И сделать сначала несколько небольших отверстий в земле у наших цветов, какие мы будем удобрять нашим кофе. Делая отверстия, необходимо следить за тем, чтобы вы не повредили корневую систему цветка и не нанесли ему таким образом непоправимый урон. Так, с одним цветочком мы разобрались. Теперь берем спокойно кофе немножечко и вот так вот насыпаем вокруг по взрыхленной земле. Можно насыпать обильно, можно насыпать не очень много. Вот так вот насыпать. И потом снова взрыхлить. Для того, чтобы перемешать кофе с землей нашего растения. Вот такие вот делаем мы маленькие осторожные манипуляции бамбуковой палочкой. И потом, куда я поставил? Вот. И потом просто-напросто мы берем нашу брызгалку и аккуратненько поливаем наш цветочек. Кстати, о птичках. Цветы я поливаю рано утром или поздно вечером. Днем ни в коем случае, потому что влага быстро испаряется и приводит к пагубным последствиям. Листики пережигаются, перегорают на солнце и растение портится. Поэтому нужно делать это или рано утром, или поздно вечером. Так вот, после того, когда взрыхлили землю, насыпали сюда кофе, опрыскиваем землю и можно, конечно же, немножечко опрыскать само растение. Хуже его не станет. Это мы сделали один маленький кактус. Отбираем его в сторону. Сюда ставим. Теперь берем другой. Точно так же мы взрыхляем землю нашей бамбуковой палочкой. Вот так вот. Вот так аккуратненько, аккуратненько. Чтобы не повредить корень. Аккуратно. И насыпаем кофе. Аккуратненько, распределяя весь порошок по всей, скажем так, территории нашего цветочного горшка. Потом опять немножечко перемешиваем, чтобы кофе смешалось с землей и не оставалось по возможности большое количество этого кофе на поверхности земли. И точно так же нашей поливалкой опрыскиваем. Немного, достаточно лишь для того, чтобы земля стала сверху влажной. И потом, естественно, само растение точно так же легонечко опрыскиваем. Получается такой легкий летний душ. Убираем в сторону. И те же самые манипуляции мы проводим и с пестрым кактусом, и с остальными растениями. Сначала, как я говорил, аккуратно взрыхляем землю, делаем маленькие отверстия в земле, чтобы и воздух попадал через эти отверстия больше в землю. Следить нужно обязательно за тем, как вы взрыхляете, очень осторожно и внимательно, чтобы, не дай бог, как я уже говорил, не повредить корневую систему вашего цветка. Иначе все ваши усилия по выращиванию балконного сада или комнатного сада сойдут на нет. Опять же, я беру кофе и насыпаю вот так вот вокруг цветочка, на землю, зернышки кофе, вернее, да, порошок этого кофе. Вот так вот достаточно насыпать. Потом опять немножечко взрыхлить, перемешивая порошок кофе с землей. Вот. И после этого сначала опрыскиваем землю.
обычная вода. И потом опрыскиваем наш цветок. С этим, товарищи, мы закончили. Переходим к следующему, более пышному. И вот здесь как раз, вот посмотрите, как несколько стволов сразу идут из земли. Поэтому здесь нужно быть с таким растением предельно осторожным, чтобы не повредить это растение. Вот. Аккуратненько, хорошо. Больше всего, конечно, нравится, блин, ухаживать за перчиками чили, потому что они, скажем так, дают ощутимые результаты не только в виде перчиков, но и в виде жгучего ощущения во рту, когда ты эти перчики ешь. Так, сейчас. Взрыхлили чуть-чуть. И теперь насыпаем кофе. Вот так вот. Как получится, потому что тут очень густо разрослись вот эти вот маленькие стволы, маленькие веточки. Ну, можно сделать так вот, чтобы достать его со всех сторон. Вот сюда, вот так, вот так, вот так. Все, насыпал. И теперь те же самые манипуляции с нашей поливалкой. Опрыскиваем сначала землю, а потом сам цветок. Вот так вот. Готов. И кто у нас там на очереди? Вот такой, скажем так, маленький баобаб. Потому что ствол у него очень плотный, очень крепкий. Вот это вот растение вот из серии, из семейства адениумов. И нужно очень нежно ухаживать за этим растением, если вы хотите, чтобы цветок этот действительно цвел красивыми розовыми или красными цветами. Вот. Точно так же, как с теми цветами, аккуратненько насыпаем сюда кофейный порошок. Вот. Насыпаем на землю. Потом опять перемешиваем этот порошок с землей. Давая ему возможность находиться ближе к корневой системе. И потом поливаем из нашей поливалочки. И сами листики. Вот так вот. Вот. Обратите внимание сейчас на эти цветы. Естественно, я не могу сейчас вам показать, какими они станут через месяц. Это сейчас невозможно. Но через месяц мы запишем опять видео, и вы сами убедитесь в том, каких результатов можно достичь, применяя в качестве удобрения обычный порошок молотого кофе. Без каких-либо химикатов, без каких-либо концентратов и так далее. Главное ухаживать за растениями правильно, чтобы они, некоторые, не стояли на прямых солнечных лучах солнца, потому что не каждому растению, скажем так, рекомендуется находиться под палящим солнцем, и не каждому растению нужна постоянная тень. Допустим, если у нас орхидея может стоять в теневой стороне, и ей достаточно, ну, грубо говоря, в день буквально одной чайной ложки воды, то такому цветку теневая сторона губительна. Ему нужно как солнце, так и тенек. И желательно, чтобы этот цветок, если у вас он стоит на балконе, стоял в таком месте, куда или до обеда попадает солнце, потом уходит, или после обеда солнце попадает, а с утра цветок находится в тенечке. В общем, это по теме использования отработанного кофе для удобрения наших комнатных домашних растений или балконных. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить свой лайк,
может быть, поделиться опытом своих каких-то изысканий в области развития и размножения вот этих вот балконных цветов. Пишите, будем общаться, если кому интересно. Всем удачи, с вами был я, Владимир Казачук, автор канала Old Dutchman. Всем пока!